a savage, pocket got fatter. She call me daddy. Smoking that gas, got all that zany. She on the powder. Nowadays, I am on my head, I got sadder. Money got longer, speaker got louder, car got faster. Money so on dollar spoiled. Yeah. My love be so spoiled. Лысина. Тесный зал забит кубками и медалями. Пахнет окислившимся старым железом. Никто уже не помнит, сколько спортсменов здесь начинало поднимать. В этом месте готовится Леха Никулин. Хотя вы, возможно, знаете его, как адского лыжника. Очередные соревнования на носу. В плане побить мировой рекорд в приседаниях в бинтах. Начать хотелось красиво. Сразу на 5 килограмм больше рекорда. Ну и по ходу еще прибавить, конечно. Увести рекорд с чемпионата, к сожалению, не удалось. В зале вся работа проделана. На тренировке этот вес давался на 2. Но у помоста своя правда. Соревнования – это не математика. Ну, нельзя сказать, что это сильно приятно было, что это прошло бесследно, но требовалось определенное время и усилия, чтобы, скажем так, прийти в себя. Не могу сказать, что это дало мне негативный опыт в плане того, чтобы опустить руки или там не продолжать работу. Скорее, это больше вариант именно себе доказать, ну, вернуться и сделать хороший результат. В частности, 9 зачетных подходов с лучшей суммой на следующем старте. Наверное, так. Самая годная проверка на прочность – это неудача. Разумеется, 12 месяцев пахать на результат тяжело, но если в итоге к тебе прилипает новый мировой рекорд, игра однозначно стоит свеч, и есть азарт рубиться дальше. Гораздо интереснее сгрести себя в кучу, когда 9 месяцев неслабого труда и дисциплины выливаются в баранку. Поди-ка объясни себе, что предыдущий год был просто хорошей тренировкой, а наработанная форма обязательно ляжет в копилку будущих результатов. Вообще, пауэрлифтинг – это рутина с большой буквы. На подготовке нет места драйву, куражу или риску. Демонов выпускать нужно только на соревнования. Все оставшееся время – это не более чем огромная работа, которую предстоит методично перелопатить. Из раза в раз выполнять по сути один и тот же набор движений, накапливая необходимый для результата объем работы. Дисциплина, труд и терпение. Вот что такое подготовка. Ну и вдобавок, тренироваться всегда тяжело. Лишь изредка организм награждает тебя послаблениями в виде неожиданно бодрого самочувствия под штангой. В такие моменты главное не переусердствовать от радости, поддавшись соблазну добавить пару лишних блинов. От эйфории обычно рукой подать до перетренированности, а это огромный шаг в сторону от цели. Чувство присед.
Любимые коронные движения. На следующих соревнованиях приседать предстоит без бинтов. Задача формулируется довольно просто – побить свой собственный олл-тайм в приседаниях и максимально приблизиться к олл-тайму в сумме. Работа в зале, как всегда, проделана. Осталось доработать совсем немного – всего 9 подходов. Beats. Bad Moves. Очередной этап закончен. Бонус к Новому году в виде рекорда не случился, зато есть над чем подумать. Дорога в тысячу ли начинается с первого шага. 1000 лет назад до этого додумался какой-то китаец. Человек, которому посчастливилось когда-то сделать первый шаг именно по своей дороге, способен зайти чертовски далеко. А пока остается только наблюдать. Ведь очень хочется узнать, к чему же все это может привести.